всегда библиотека начиналась с бумажного каталога. Этот каталог включает в себя алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу, систематический каталог и алфавитный каталог. В этой картотеке хранятся тысячи карточек с различными данными. Именно она помогает читателям в южноказахстанском филиале Республиканской научно-технической библиотеки найти ту или иную книгу, а здесь их больше 70-30 тысяч экземпляров. Большинство книг хранится в подвале библиотеки. В десятках кабинетов хранятся ценные книги по науке и технике. Здесь можно найти литературу по психологии, архитектуре, машиностроению, строительству. Посторонних людей сюда не пускают. Все книги читателям из рук в руки предоставляют сотрудники библиотеки. Самый популярный отдел в библиотеке – это отдел специальных видов литературы и документации. Только представьте себе, здесь хранится более 1,5 миллионов документов. В основном библиотека обслуживает различные организации города, области, а также других городов. Чаще всего здесь ищут нормативные документы в области строительства, ГОСТы, информацию технического регламента Таможенного союза. В год в библиотеке обслуживают больше 800 предприятий. Здесь можно найти то, что в интернете не сыщешь. Здесь у нас тоже платные услуги, но этот документ у нас можно получить. И если в интернете вы получаете какой-то нормативный технический документ, он не дает гарантии вам, что он действует, и что при проверке этот документ пройдет то, что он действует. А у нас в этом отделе документы актуализируются постоянно, то есть когда вносятся какие-то изменения в какой-то нормативный документ, это все фиксируется. То есть мы даем гарантию за то, что документы, которые получаются в этом отделе, они действуют в 2017 году на сегодняшний день на территории Республики Казахстан. Обслуживаются в библиотеке и студенты, и школьники. Прочитать нужный документ или книгу они могут в читальном зале библиотеки. На руки книги молодым людям не дают. Многие их просто не возвращают. В ЮКГУ Ауэзова есть кафедра стандартизации и сертификации. Эта кафедра ежегодно заключает договор с библиотекой, и студенты приходят, пользуются нормативными документами, учатся пользоваться нормативными документами, учатся проводить актуализацию этих документов, то есть они работают с нашими картотеками, с нашими указателями, с нашими документами. Им дается документ, и они учатся, как определить, действует или не действует, как внести туда изменения, как его проактуализировать, поставить печать, штамп и зафиксировать то, что он действует в 2017 году на территории Республики Казахстан. Есть в библиотеке и необычная функция. Здесь занимаются оформлением заявок на регистрацию товарных знаков. Здесь можно зарегистрировать свой логотип и товарный знак. Южноказахстанский областной филиал научно-технической библиотеки работает с понедельника по субботу с 9 до 7 часов вечера. Субботний день сокращенный с 9 до 5:30 вечера. Чтобы вас пустили в эту кузницу знаний, вам необходимо лишь открыть читательский билет. Одноразовый за 222 тенге или годовой за 666. К слову, посмотреть перечень книг и документов можно и на сайте библиотеки sous.rntb.kz.